всем еще раз привет. Все-таки объехал я речку, объехал это поле с другой стороны, да, оставил машину вдоль дороги, да, и тут придется, конечно, перейти через речку, да. Но для меня это не проблема, видели уже в предыдущем видео. Единственное, говорю, что надо речку будет форсировать вот это, да, но речка для нас это не проблема, да. Вот, как вы видели уже в прошлых видео, да, они форсируются очень легко. Вот, я оставил машину там на дороге и пойду теперь через речку пройду, взял с собой из болотники. Мне так даже ближе по-настоящему, да, там дорога просто в ужасном состоянии, в каше. Туда не попадает солнце, поэтому она не высохшая и совсем выглядит ужасно. Вот, ну перейдем здесь, мне так даже ближе по-настоящему. Речка такая посильнее здесь. Ну вот мы и перешли речку. Так. Ну, в болотниках все ни по чем. Сегодня забыл свою экшн-камеру, поэтому буду топать с этой, с обычной камерой, ну с телефоном только. Ну вот, дошел я до поля. Здесь два поля. Вот это. Мне, конечно, сказали, что его уже должны были вскопать на этой неделе. Но почему-то оно еще... Ну, я имею в виду засадить, но оно еще не засаженное. Странно. И а то дальше вот он. Так, ну вот мой первый сигнал. Первая находочка. Непонятно, что это такое. Какая-то... Что-то скрывалось, закрывалось, не знаю. Вот. Нашел, ну, по на этом поле хожу. Вроде бы и это не засаженное, да, то есть никаких семян нету, просто вспаханное. Странно что-то. Может, я реально перепутал хозяев? Такая. Так как я забыл камеру, вот эту экшн-камеру, да, буду снимать на телефон, поэтому только уже находки, потому что, ну, не имеет смысла снимать всякую фигню. Так, а вот и наша первая монетка. По-моему, совет. Так я не видел. 20 или 30, 3 копейки. 20 копеек видно. Ну да, какие 3 копейки у нас звучало совсем никак. То есть, ну только 20 копеек могло быть. Советский. Копал что-то, непонятно что это, но красивое. Вроде даже серебряное. И позолоченное было когда-то. Но это обломок, там видно сломанное что-то снизу. Не знаю, чего это такое. Ну украшение, скорее всего, какое-то было. А вот и какая-то маленькая монетка выпала. Там видно рисуночек с орлом, походу. Что-то там взорвалось. А, это не монетка. Да, это пугается. Ну, блин, да. Я думал, царская монета, то что орла этого увидел. Ну да, это орел 1820-х годов. Это в те времена такие пуговички носили. Чины всякие военные и невоенные. Это, походу, не военная. Но имперская пуговичка. Я на этом доме был уже, да, два раза я его выбивал, тут больше 10 монет нашел. Он на Шуберте отмечен, а больше нигде не отмечен. То есть он такой чисто в царские времена пропал. Ну вот, я здесь нашел больше 10 монет и пуговиц, там, не знаю, ну, штук 50, наверное. Ну вот, к сожалению, мне... Так, я где-то здесь уже видел монету. Пока доставал телефон, я ее уже не вижу. А вот она. Монетка похожа на этот вот, на маленький... А, не, фуй, какой, говорю, маленький этот... Сантим советский, ой, сантим первой Латвии. Чё-то я уже заговариваюсь. Ну, здесь в латвийские времена недалеко дом стоял тоже. Ну, наверное, до сюда доходили. С гербом Латвии. Красивая речка. Тихо так течет, прикольно. Ну, высокий красивый сигнал. Вот, еще не видел ничего, но есть подозрение, что монета, потому что ровно на основаниях дома нахожусь этого 19 века. Да, блин. Так, я что делал сейчас? Так, ну вот в этом комочке у нас
Да блин, опять. Сколько не снимаю, вся фигня какая-то. Так, ну вот, был хороший сигнал. И вон выпало круглое. Я еще не знаю, монета не монета, выглядит. А, черт, не монета. Пуговица какая-то или что-то такое. Или наконечник какой-то. У меня сегодня будет вообще царская монета какая-то. Надо посмотреть, потом помою, посмотрю, что это. Может, что-то интересное тоже. Думал, монета уже. Вот основание самого дома, видите, здесь кирпичи всякие. Надо чуть дальше кирпичи тоже видны. Оно было именно здесь, да? Но речка поднялась до сюда, да, и смыла походу дом, потому что сами основания, видно, именно самого жилого дома были здесь. И по старым картам, да, типа русло реки сначала шло намного дальше, а теперь в нынешнее время идет здесь рядом. Поэтому дом, походу, затопило, и надо было его эвакуировать. Так, ну один надо копнуть. Я, ладно, подключусь, когда найду, а то я так вообще никак не понимаю, как снимают другие блогеры. Так, ну по звуку я его вроде выкопал. Другой рукой. Да, ёшкин. Где-то там. Ты что ли? Да, стрела средневековая. Так, что-то, короче, сделано из свинца. Какой-то обломок, блин, так хорошо звучал. Я уж точно думал, монета. Дал себе обещание, что больше не буду копать онлайн с телефоном. Но тут такой сигнал хороший, что надо копануть. Ну вот, нашел еще доходочку, кто знает, что это. Это ключик от часов, которые на цепочке висели. Карманные. Старинные. Ну, это все 19 век. Может, даже 20. Ну, наконец-то царская монетка верховая. Ой. Наверное, царская. Или это вообще чит такой, или это не монета. А, не, вон. Чита. Похоже на эту 1/4 копейки Николая Первого, только в каком-то хреновом состоянии. Ну ладно, отмоем, посмотрим. Ну, сигнал такой на очень крупную монету. Что-то она, что ли? Она. А, вот она. Ну, не очень крупная оказалась, конечно. Но монета царская. Ой. Царская монетка. А вон. Николай Первый виден вензель. Скорее всего, 1 копейка Николая Первого. Это серебром, которая. А та прошлая монетка тоже серебром. 1/4 копейки серебром. Потом отмоем. Ну, 2 царские монетки пропустил в прошлые 2 раза. Я все-таки выбивал след это место. Уже 2 монеты нашел. Все-таки. Что-то поднимает еще. Там я уже вообще сигналов не видел. И пуговиц нашел всяких. Ну вот, короче, был хороший сигнал. Копанул. И даже не выкопал до конца, и сразу она отвалилась. Опа. Так, кто тут у нас такой будет? Ну, если копейка опять серебром, то, конечно... Ну да, копейка серебром. Но здесь все, в принципе, монеты. Это практически по большей части это были копейки серебром. Потому что, скорее всего, в конце концов... Ну, где-то в 1860-х она и начала подмывать дом, и он ушел, наверное. Ну вот. Ну, выкопалась. Надо найти, где здесь, потому что уже звучало. Да. Не монета, а часть монеты. Потом помою, посмотрим. Тут видно, что была монета, из нее что-то сделали. Ну что, выкопалась? Видно, гор тоже лежит. Красавица какая. Что ж ты будешь такое? О, 2 копейки павловские. Красивая какая. Ну, она не очень красивая, но все равно неплохая. Мне такие так нравятся. Она большая.
Звук такой мощный был. Жарко на поле. Все, я уже не могу там находиться. Пришел перекусить. Вот. Хожу уже без майки, потому что вообще, не знаю, опять 25 градусов каких-то, наверное, у нас. Очень-очень жарко. Так, ну сигнал вытащил. Хороший такой. Видно, там уже гвоздик такой красивый. Сейчас посмотрим, что это. А, капуста. Куда же без нее сегодня? Не бывает дня без капусты. Капуста полезная, ребята. Кушайте капусту. Распаковочка. Что-то большое попалось. Будет, наверное, 2 копейки серебром. Потому что, ну не, она вообще так и не такая по размеру. Размеру как масончик она, 5 копеек. Но ничего не видно. Ну потом помоем, потом посмотрим. Что-то совсем как-то так. Не здесь. Значит, где-то свалилась уже. Вот здесь. Ой, будет монетка, чувствую. Точно монетка. Так, ну. Это, походу, да, это у нас 1/2 копейки серебром. То есть, походу, все собрал уже. 1/4, 1/2 и 1 копейку серебром. Надо теперь 2 копейки серебром найти. Ну, опять вытащил что-то с хорошим сигналом. Вроде бы в этом комочке. Тух ты. Ну, 1/2 копейки серебром. Я говорю, я с этого дома вытаскиваю только копейки серебром, ну и капуста немножко там было, ну в прошлые разы. И 10 копеек там каких-то, ну, 1800 там этих, ну, 70-х годов какая-то была. То есть, в принципе, здесь все одного периода. Ну вот, вся помятая, побитая, поцарапанная, стертая. Это 3 гроша Берона, серебряная монетка. Ну, на нее жалко смотреть немножко. Вот. Совсем поюзанная. Вон видно. Вон его портрет видно. Поцарапанный. Так, я уже тут некоторые монеты не снимаю. Потому что нахожу опять. Ну, я тут оказался в прошлый раз не проверил. Здесь немножко рядом еще один фундамент был. То есть 2 дома было. Вот я сейчас на него пришел, а на нем монеты тоже есть. Ну, так что так, тут 2 домика стояло, а не один. Ну, они там где-то буквально 50 метров друг от друга. Просто я тогда как-то не дошел вообще до него. 1 копейка Александра II. Нашел монетку. По-моему, это 20 копеек царских серебряный. А, точно, вот. Да, 20 копеек, 1800, там какой-то 60 год. Красиво, надо потом помыть, посмотреть. Серебро сегодня тоже такое хорошее есть. О, вы не представляете просто, какой здесь кайф просто брать, сидеть и лежать вот на этом месте. Здесь рядом с водичкой. Тут так прохладно вообще, так хорошо. Я тут столько лежал, что решил, аж помою все находки, и шмурдяк, и монетки, и такой, и сделаю обзор. Да, только сделаю обзор сначала всего шмурдяка, а потом, ну, всяких фигнюшек там, всякое интересное, там, пуговички там и так далее. А потом монетки еще. Отдельно. Все равно перенабрал. Вот, накопался. Но мне, как всегда, я беру из расчета, что мне надо в жаркий день, мне надо 0,5 литра воды на час где-то. Да, как минимум. Тогда у меня не голова, тогда нормально себя буду чувствовать. И получается, что в этот раз... только мухи летают. Что в этот раз я взял 3 литра, да. Это мне на 6 часов, в принципе.
А копал я 7,5. Ну, то есть пришлось экономить, и в конце концов это и был тот лимитирующий фактор, который заставил меня все-таки убраться. Все, надо идти, потому что просто реально воды больше нету. Вот, Ну вот, это обзор всяких находочек, что я помимо монет нашел. Да, что здесь видно? Бумбинес, это эти шрапнель. И вон, причем и шрапнель, и мушкетная, и обычная, то есть старинная, и более новая, и сосну, и нынешняя тоже. ПП-шарики, патроны. Вон столько вот пуговиц нашел. Да, потом две этих броши крестьянские 19 века. Ну, 19-20. Колечко какое-то тоненькое, но это, скорее всего, что-то из тоже 19-й, конец 20 века. Пуговичка непонятная какая-то такая большая. Это, я не знаю, старинная, не старинная тарелка. Это видно, что это синий этот цвет, это обычно, как она, кобальтовая краска, это обычно старинная. Ну вот, тоже взял с собой, не знаю зачем. Ну вот такие вот находочки, если не брать монетки. Ну и целая куча всяких обломков, всякого такого, проволоки и так далее. Я сюда самые большие еще не клал, там банки всякие, их отдельно просто выложил. Вот столько я на себе набираю шмурдяка обычно. Ну вот, а теперь годнота монетки, да? Что мы нашли? 20 копеек советские, 10 феннингов немецких фашистских времен, 1 сантим 1932 года. Потом это серебро у нас 20 копеек 1882 года. 2 копейки, это как называемые низкопрофильные, 1861. Это вот такие все копейки там Николая I и Александра II по 1 копейке. Это у нас коллекция копеек с серебром. Да, там одна копейка, пол копейки и 1/4 копейки. Все с того дома. И здесь у нас, как я и говорил, это 5 копеек масончик. Вот там орел виден, вторая сторона вообще стерта, ничего не видно. Вот, капуста, 2 копейки Павла I, вот, блин, красивая большая монета, да, только такая, ну, не совсем хорошая, и 2 перончика целых сегодня нашел. Они оба, конечно, в убитом состоянии, да, этот вообще поцарапанный, жалко его, этот тоже, я не знаю, как он там спасется, потому что он там еле-еле выглядит весь в закислах, в окислах. Ну так, не в самом лучшем состоянии, но все равно, 3 серебра сегодня нашел. Домик, оказывается, ну я как бы пошел на первый раз на домик, там оказалось, что еще одни основания были, не только первые, которые я посещал уже, а рядом буквально там, не знаю, метров, сколько там от них, ну 50-20, наверное, от них, короче, были еще одни основания. И вот я со всех оснований по большей части нашел, а с первых оснований тоже там, не знаю, где-то из этих всех, наверное, монеты 4 там собрал еще. То есть не выбилось до конца, я их выбивал, я думал, уже полностью выбил на полную. Много монет нашел, сколько получается здесь? 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16. И еще 3 таких. 19 монет такого типа нашел. Да. Еще одна у меня там поломанная. Это оказалась копейка Елизаветы II. Кто-то из нее подделку взял. Ее там куда-то уже запихал нечаянно. Мне казалось, что я там уже след ходил. Точно ничего не найду, да. Но оказалось, нет. Вот нашел. Перепахали. Глубокая перепашка была, да, конечно. Поднялось очень много чего. Ну вот перепахали и все. Опять вижу что-то новое. А что могу сказать? Ну, надо сюда еще раз приезжать потом. Да, сейчас поле начнет засеиваться, я как понимаю, да, и потом уже какое-то время нельзя будет походить. Хотя мне. А, что я забыл еще сказать, да, что я там шел, короче, чуть-чуть отошел от своего дома, где-то 200 метров, и там вслед кто-то ходил. Где-то 3 метра там между следами, так вот. Но кто-то выхаживал поле, то есть, ну, копарь какой-то в режиме поля, ну, в режиме разведки. Что он там искал, я не знаю, да, там следы были. Но они такие видны, но на камеру сложно будет показать, потому что уже такие засохли немножко. Вот, и не знаю, что он там искал. Наверное, искал, может, тот дом, который я нашел, искал. Но его легко найти, в принципе. Он по Шуберту достаточно точно показан, да. Единственное, надо знать, что, ну, типа, по Доде СЛВ там определить его очень легко. Почему он так далеко ходил, ну, непонятно совсем. Ну, и хорошо, что ничего не нашел. Вот я поднял столько монет еще. Вот, ну что, у меня отличный день прошел, да, поеду домой. Мне все понравилось, все. Всем пока. Всем пока,
зрителям и 122 моим подписчикам. На данный момент у меня 122, я только что проверил. Ну, много уже. Все, пока. Красивые цветочки. И мне кажется, таких никогда не видел еще. Решил на обратном пути сделать приятно ножкам. Блин, холодная вода. Ой, очень холодная. Очень-очень-очень холодная по-настоящему. Очень-очень-очень. Но приятно. Ножки просто очень сильно устали. И теперь ножки пойдут домой. Ой, камни, 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 камни. Камни, 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 еще камни. Ладно, все, пойдем, а то я не могу так держать.